Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня 1 января на календаре. И я приступаю к новой самоделке. Хочу сделать вот такой штатив для светодиодных прожекторов. А точнее, для светодиода. В данный момент, чтобы построить то, что мы хотим, я здесь набросал некоторые рисуночки. И также стал делать вот такие вот детали для проверки того, какой делать зазор, в общем. Эта вот деталь была сделана 16,5 мм, сама труба 16. Вот, соответственно, подгоняем и смотрим, какая модель больше подойдет для того, чтобы было легко разбирать, но при этом, чтобы она одевалась достаточно плотно. Вот тут на принтере наконец-то допечаталась еще одна деталь, 16,2 мм. Сейчас будем посмотреть, все ли нормально. Тут она выглядит немножко не очень, но по факту вроде как все хорошо. Ладно, будем сейчас смотреть, как она у нас одевается. Напоминаю, 16,2 миллиметра. То есть практически плотненько, даже, возможно, не одевается. Надо будет еще посмотреть. Так, ну что, вот такой успех в данный момент в разработке. Это у нас будет основание. Такая вот деталечка получилась. Тут будет вкручиваться для фиксации все, и, соответственно, можно будет разбирать. То есть будет вот такая планка и с другой стороны. Потом вот такой крепеж, и, соответственно, уже сама вот эта труба с проводом будет, и на конце будет светодиод. В общем, продолжаем делать. Вот такая деталь в итоге получилась. Специальное отверстие для крепления. Итак, дамы и господа, в данный момент выглядит моя самоделка примерно вот так. Вот такое крепление идет с этой стороны, с этой стороны. Здесь будет все фиксироваться, как и вот здесь, с помощью винтов, скажем так. Вот. И на этой палочке у нас будет располагаться светодиод. Провод будет внутри, так же как и кнопочка наверху, вот так провод будет идти, и где-то здесь будет батарея для того, чтобы все это дело как бы прижимать. Вот, соответственно, вот это все было, чтобы не резать, соответственно, решил сделать пока что так. То есть ничего не прикручено, можно все это дело разбирать, но зато устойчивость будет на 300%. Также можно сделать крестообразно вот эту штуку, да, но я решил не заморачиваться, поскольку уже отрезки есть готовые, и первая версия этого светильника разборного будет выглядеть вот так, автономного. Новый день, друзья, и разработки продолжаются. В общем, вот такую деталь создал. В общем, вот сюда будет вкладываться переключатель. Это фиксирующие винты будут. Здесь будет направляющая, вот такая алюминиевая, к которой будет крепиться светодиоды. Она будет вот так стоять. Вот, на ней уже будут светодиоды. Вот здесь в дырочку будет проходить провод. Здесь будет включатель. И вот эту деталь нужно теперь будет напечатать. Итак, друзья, продолжение. Вот такую детальку сделал. 3D отмоделировал. Соответственно, сюда вставляется кнопка, как я и говорил. Здесь, соответственно, одевается трубка, фиксируется здесь. И далее одевается квадратная профильная труба, куда уже и крепятся светодиоды. И, соответственно, внутри должен проходить провод насквозь. И все это дело должно вот так одеваться и выглядеть примерно вот так. Ну, то есть тут с удлинителем мы смотрим. Представим себе, что это у нас, скажем так, штатив, да? И оно вот так выглядит. С кнопочкой наверху, соответственно, аккумулятор будет внизу у нас находиться. И светодиод уже готов. Так, только вместо радиатора, да, будем ставить несколько светодиодов. И вот так на вот такую металлическую трубу. Соответственно, будет хороший отвод тепла. И также надо будет просверлить, короче, чтобы провода как-то аккуратно уходили вовнутрь. Так что получается вот таким образом. То есть примерно как-то вот так будет обрезаться все это дело, и через дырку тут крепиться винтами. То есть все это будет быстро разборное, то есть можно при желании будет раскрутить и собрать какую угодно. Ставьте лайк, друзья, если вам нравится
вот такое вот 3D-моделирование и создание интересных 3D-проектов. А мы продолжаем. Так, ну что, на данный момент проект выглядит вот таким образом в собранном состоянии. Только не хватает светодиодов и поставить нормального размера винты М3. Я использовал вот такие М3 гайки для впайки, 5-миллиметровые в длину. И, соответственно, характеристики вы можете наблюдать. Ну и, соответственно, вот такие винты, по-моему, они 40 мм тоже. Вот, соответственно, все вот так закручивается. Короче, использовал, поскольку у меня были в данный момент наличие такие только трубы, и я, соответственно, делал чисто под них. Соответственно, вот так вот включаем-выключаем светодиоды. А светодиод будет располагаться с той стороны, да, но представим себе, что вот этого радиатора нету, и он наклеен буквально вот так вот, напрямую, да. То есть поставим где-то, ну, 6, например, с одной стороны, 6 с другой, например. И, соответственно, тепло будет хорошо рассеиваться по алюминиевому профилю. Ну, соответственно, можете использовать что угодно. Поскольку у меня был такой, я использовал такой. Потом обрежется сколько нужно. Светодиоды будут с той стороны, потому что выключатель нельзя, думаю, делать под, ну, как сказать, со стороны света. Это было бы, наверное, глупо. Так, потом надо провести провод и сделать какое-то еще крепление для аккумулятора. Соответственно, что-то сделать вот с этими ножками, да, потому что пока что это, ну, как сказать, первая версия. Я вообще хотел сделать что-то наподобие штатива. То есть, так, конечно, логично. Но пока что выглядит хорошо, неплохо, держится все. Единственное, что вот этот момент, да, что логично, что он будет пытаться сложиться, надо, соответственно, ну, понятно, что делать другого плана конструкцию. Но пока что вот так. Так, ну что, всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек. Ведется продолжение создания штатива с фонариком, скажем так, с прожектором, и это уже вторая модель. Модель номер 2. Состряпал вчера буквально все нужные детали, спроектировал, и в данный момент идет у нас печать вот такого элемента. Он будет подходить как внизу, так и вверху. Что ж, а детали сами выглядят вот таким образом. В данный момент печатается вот такое крепление. Вот, соответственно, далее есть вот такие крепления одинарные. Специальные штуки, которые будут одеваться на алюминиевые трубки. И вот такие вот штанги специальные. То есть элемент, который будет вот так вот ходить. Ну, вместо алюминиевой трубы. В общем, 4 деталечки готовы. Нужно их напечатать, собрать и посмотреть, что в итоге получится. Итак, деталечка готова, но тут выяснилось, что я допустил кое-какую ошибку. Смотрите, напечаталась вторая деталька, да, вот такая. То есть тут труба вставляется, и тут 3 стойки должны быть. То есть сама труба держаться. И тут, короче, из-за того, что я чуть-чуть побольше вот эту часть сделал, она, к сожалению, вот так вот не заходит сюда. То есть надо вот это дело немножечко подуменьшить. И тогда она будет загибаться, ну, полностью на 90 градусов. Вот так и туда. Так что переделываем и печатаем. А так напечаталось, конечно, идеально. Итак, друзья, смотрите, в чем заключается переделка. Видите, что ушко стало по краям намного тоньше. То есть вот этот вот материал сбоку я просто убрал. То есть смотрите, да, ну... Разница, я думаю, заметна. И вот эта деталь, у нее края уже не должны мешать. Соответственно, все выровнял и смотрится совсем по-другому. Все, печатаем. Ну что, друзья, 3D-печать творит просто чудеса. Уже готовая часть нового штатива. В общем, такие детали вырисовываются. Вот тут еще внизу будет точно такая же деталь и крепление уже самой трубы штангами к центру. Соответственно, центральная часть будет вот так ездить, вот это. Вот, это будет зафиксировано, нижняя будет ездить. И, соответственно, выбирая размер штанг, можно сделать будет еще пошире, например, хоть вплоть до там, хоть метр сделать, да, ширины. То есть будет стоять просто вообще шикарно. Соответственно, далее будет одеваться вот такой вот удлинитель, да, сколько вам нужно с проводом. И, соответственно, уже туда будет с кнопочкой вот такой одеваться линия вот таких светодиодов мощностью 7 Вт. Ну, они будут включены где-то на 1,5-2 Вт, чтобы, как сказать, было экономично и очень ярко. В общем, такая красота получилась. Ну что, друзья, наконец-то долгожданный штатив готов у нас. Как проект. Осталось только, конечно же, светодиоды добавить. Тут уже провода есть.
Ну, основная конструкционная рама, скажем так, готова. Вот они, эти штанги, такая же звезда для крепежа и вот такие крепежные ушки. Вот здесь тоже надо впаять резьбу и закрутить будет винты. Ну, то есть, чтобы оно свободно не ходило. Вот, а так, в принципе, выглядит вот так. Все, в принципе, работает, складывается. Единственное, что трубы надо в тех местах, где они должны быть закреплены, или закрутить, или покапать клея. Тут может быть удлинено, и вот это ставится сверху. Итак, очередной вечер доработок нашего штатива. В общем, из апгрейдов то, что не показывал, сделал вот такие вот ножки наконец-таки. Выглядят они в качестве модели вот в таком плане. То есть просто пластик, который закрывает вот эти вот отверстия, чтобы у нас выглядело все вот таким образом. Также, друзья, приступил опять-таки к распиливанию металла ножовочным полотном по хардкору, только в перчатках. В общем, вот такой кусок получился, на нем будут располагаться светодиоды. Сначала хотел посмотреть лампочки на 12 вольт, да, то есть использовать стандартный патрон как лампочки, но понял, что лампочки дороговаты, а светодиодов у меня очень много по цене одной лампочки. Вот такие будет 8 штук располагаться. Вот здесь будет дырка и проводка спрятана, то есть как раз-таки в этот коннектор. Все будет смотреться, думаю, очень круто. Ну что, дамы и господа, время ночь, и штатив с подсветкой у нас готов. Мощность в данный момент где-то 9 ватт. То есть питается он пока что от провода, но я уложил, короче, провод вовнутрь, все спаял, и вот так ярко освещает в данный момент у нас прожектор. То есть где-то на 10 ватт, грубо говоря. Так, давайте посмотрим, как он греется. В принципе, труба нагревается, да, но прелесть в том, что если поставить DC-DC преобразователь где-то внизу, вот здесь, с крутилочкой, например, да, то можно, в принципе, менять яркость. Так что проект официально завершен. Если все это откинуть, убрать, то, в принципе, готово. Давайте попробую снизить яркость и покажу, как оно выглядит. Так, здесь вот такая кнопочка есть. Если выключить, то будет ничего не видно, к сожалению. Так, вот так пока что это чудо выглядит. Не очень красиво, к сожалению, запайка получилась. Вот так вот. Провода уходят туда, и вот светодиоды выглядят вот так. Да, не очень получилось, но зато компактно, друзья, и очень-очень дешево. Вот эти светодиоды в несколько раз дешевле стоят, чем какая-нибудь лампочка на 12 вольт светодиодная. Конструкция получилась вот такая. То есть все работает. Здесь я впаял резьбу специально. И приедут скоро винтики М3, и будет у нас прям красота. Ножки тоже запаяны. Вот. А провод выходит прямо снизу. То есть вот это дело здесь будет крепиться где-то вот тут аккумулятор. То есть либо рядом, либо вот здесь. То есть вариативность будет, конечно, большая. Ну все, друзья, проект на этом завершен на данном этапе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также пишите свои предложения. Если кто-то хочет купить подобные, то тоже пишите в комментарии. Пока. Друзья, вот так светит прожектор ночью. Все освещение в комнате выключено, то есть вот сейчас идет 20 вольт, 0,44 ампера и 8,8 ватта мощность. Эта штука немножко нагревается. Вот так, с помощью кнопки мы можем все это дело выключать. Свет достаточно яркий, примерно как, ну, наверное, 50-ваттный прожектор светодиодный. Ну, мощность свечения достаточно хорошая, я считаю. Но на самом деле, для того, чтобы светодиоды лучше служили, я думаю, что напряжение мы будем понижать, чтобы мощность была поменьше, но зато, как говорится, будет работать дольше. Либо нужно делать все равно какие-то вентиляторы, охлаждения или что-то, потому что эта труба, она уже такая, скажем, горячая стала. Так что вот такой проектик, друзья, получился. Питание на данный момент вот так вот осуществляется через витую пару интернетную. В общем, все, что было. И вот так вот красиво выглядит завершение проекта. В общем, вот эту саму палку можно увеличить
практически до бесконечности, пока будет устойчивость. В общем, если у вас 2- или 3-метровая труба, например, да, то можно ее ставить, в принципе, при желании, потому что ножки тоже можно сделать такого плана, да, то, что раскрутить там внизу вот здесь, и поставить вот эти трубы хоть метровые, например, и тогда тренога будет еще устойчивее. В общем, вот такой проект.